А я сейчас вам покажу, откуда... А я вам сейчас покажу, почему у нас сегодня не ловился толстолоб. Что именно нам помешало сегодня поймать какого-нибудь крупного толстолоба? Вот эта тюлька, друзья, вытворяет такое, накручивает здесь. Потом, как говорится, размотать невозможно. Ребята, вот это у нас кашка заработала. Так, а где подхват это дел? А, ну я кину. Сейчас подхват принесем. Ну, надо же докрутить сверху. Не снизу, а сверху. Пацаны, оборвал кашку у нас. Я и тут кручу, и тут. Ох и Лёха, блин, ох и Лёха. Ну, малыш. Взял у меня бойлик, поймал малыша. Сейчас посмотрим, будем себя делать настоящего рыбака. Отпускай. Буду вас приучать такую рыбу отпускать. Все, отпускай. Целую, все. Будем такую рыбу приучать рыбачков отпускать. Thank you.
На, кошка, чокотка. На. Она так прыгает. Да лови же ее. Ё-моё, сейчас выпустит. Друзья, короче, с рыбкой и с кошкой у нас закончилось тем, что накормили кошку так, смотрите, вот рыбка лежит, все. Довольная? Довольная животное?
Так, друзья, карп только что был, паровоз сумасшедший сел в корч. Сейчас ребята сели, взяли лодку, поплыли спасать оснастку. Возможно, заберут рыбу. Сейчас давайте понаблюдаем, возьмут или нет. Так, банда, что я вам хочу сказать? Дождь начался. Я не могу его дотянуть, блин. Зацепил мне еще оснастку на толстолоба. Где-то его дотягиваю сюда. И дождь идет полным ходом. Вот это офигеть. Вот это у меня такой первый раз. И дождь, и рыба. Ой, не знаю, сейчас дотяну. Гремит. Ох и пипец. Сейчас дотяну, будет видно, что там такое. Карп, я уже его приподнял, вижу. Сход! Так, друзья, отправили кораблик. Завозим снасть свою. Ну, сейчас он поплывет туда. Там лебедя. Сейчас посмотрим реакцию лебедей. Как они отреагируют на кораблик. Убегали где-то там уж. Сейчас покажу вам, где. Где-то аж там где-то. Ага, вот они. Ребята, всегда поражался нашим взрослым рыбакам. Место это маяк, мест мало на водоеме. Ребята приехали, взрослые наши, как говорится, рыбаки, в заблудах. Приехали, сделали себе кладку. Сами установили. И сейчас будут ловить. Я просто поражаюсь. Выдумки. Я сразу не понял, что происходит. Смотрите, друзья, они себе сделали и сами кладки. Поставили кладки, сейчас заходят. Но такого, друзья, еще не видел. Коммерческий водоем. Приехали. Установили, сделали. Сейчас понаблюдаем.
Под камыш пошел, Витя. Ну, закидываю сюда. Сейчас мы его взвесим. 5,5. 5,500. Подожди, сейчас сфотографирую. Це не той велетенький був. Ні, це самий маленький. Ну, так. Да. Ну, карась є карась. Оце, ну, дуже файний розмір, стандарт. Так, ну, у тебе тут ні колокольчиком нічого. Я зняв уже, все запособирав. Сибірський акорд. А йде хорошо. Йде хорошо, ну катушка ти такою будеш довго тягнути. Я знаю, я ж по цьому бачу. Нормально. Катушечка маленькая. А у меня какие? Еще меньше. Ничего страшного. Ну видишь, он туда вправо пошел. Угу. Такое ощущение, ты его тянешь, а он на месте. А то еще с места не 10 метров. Зато видишь, какой адреналин. Туда, на то место. Ну, может, на всякий случай тоже раздеться. Залезть под сакой к тебе. Так что можно с подкладкой бежать туда, а там брать. Может, оттуда его взять. А ты туда придешь? Я тебе скажу, наверное, так и будет. Давай, давай. Да? Сейчас увидим, где. Ага, вот он. Так, Вон он пошел уже, смотри, на середину. Угу, перебазировались. Перебазировались на другое место. На середину пошел. Вот, это уже видно, что фрикцион нормально. Вот он костер. Лобатый? Так, а ну тяните его сюда, на берег. Не, надо его поднять, пацаны, потому что надо сначала, чтобы он хапанул воздуха. Бо под схваткой вот так по воде можно беды наделать. Толсолоб? Да. Не гоняйся, там несколько крючков, сейчас можешь беды наделать. Сейчас он чуть-чуть поднимет его вверх. О, кабанюра. Ничего себе. Поздравляю. Ой, спасибо. Вот смотри, смотри, как мы приехали вовремя, да? Приезжайте еще. Аккуратно подклад не поломай.
Не-не-не-не, так. Зараза. До восьмерки. Красавец. Слышь, красавец, да. Знаешь, я его взял за плавник. И шу, красавец такой, помучал. Помучал. Ну, я не знаю.